100 заявок подали изобретатели на участие в стартап-туре фонда «Сколково». Очередной этап проходит в Томске. Онлайн-отбор прошли только 30 разработок. Сегодня их оценивают эксперты. Команда Дмитрия Жданова разработала интернет-карту мероприятий. Это новый формат пиара любого события в любой географической точке. Работает идея пока в тестовом режиме. Эксперты отмечают, число стартапов с каждым годом увеличивается кратно, а вот качество их, напротив, снижается. Специалисты советуют ориентироваться на мировой рынок и на долгосрочную перспективу. Не 5 лет, а 50. В фонде «Сколково» уверены, желающих вложить деньги хватит на все проекты. Дам пример. В Томске стартапер порой проводит две презентации и жалуется на отсутствие инвестора. В той же долине, чтобы получить деньги, приходится пройти порой и 50 порогов. Мир сейчас перенасыщен деньгами. Деньги не проблема. Реальная проблема возникает тогда, когда нет контакта между идеями и средствами. Может, идеи неправильно представляются? Может, не построен до конца бизнес-кейс? Почему именно эта идея заслуживает таких денег?